«Добавь воды» – это не фраза из известной рекламы, а принципиально новый подход к ремонту. Жидкий обои Silk Plaster – это современный практичный материал, который по характеристикам ушел далеко вперед от своих рулонных собратьев. Достаточно смешать содержимое пакета с необходимым количеством воды, и все можно наносить на стену. Silk Plaster – это особый вид декоративной штукатурки. Несмотря на название, жидкие обои продаются в виде сухой смеси. Она состоит из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, шелковых частиц, красителей и связующего клеевого материала. Для определенных видов обоев в смесь добавляют слюду, крошку древесной коры или сухие водоросли. Жидкие обои – это экологически чистый материал. Состоит из экологически чистых компонентов. От этого не вызывает аллергии. После добавления воды получившуюся смесь перемешивают руками. Это абсолютно безопасно для кожи. Однородную консистенцию помещают обратно в пакет. В таком виде жидкие обои нужно оставить на 12 часов. Кстати, для того, чтобы нанести жидкие обои, не требуется вызывать мастера. С этим справитесь вы и даже все члены вашей семьи. Специального оборудования тоже не требуется. Берем кельму и наносим жидкие обои на сухую подготовленную поверхность. Никаких стыков и уж тем более пузырьков Silk Plaster точно не получится. Чтобы получить качественное покрытие, стены следует предварительно загрунтовать. Работа будет не больше, чем перед оклейкой бумажными обоями, а преимущество налицо. Во-первых, жидкие обои идеально подходят для новостроек. Они не деформируются и не потрескаются при усадке дома. Во-вторых, Silk Plaster позволяет ремонтировать поверхность по частям, потому что не имеет запаха и не оставляет следов грязи и пыли. И в-третьих, жидкие обои – дышащий материал, поглощают влагу и пар, поэтому они хорошо подойдут для помещений с высокой влажностью. Кроме того, он обладает звука, шумоизоляции, скрывает трещины и неровности. Итак, после того, как вы нанесли жидкие обои на стены, им нужно дать просохнуть. Для этого потребуется от 12 до 72 часов, в зависимости от того, насколько сухое или влажное помещение. Они сохнут двое суток, но это не мешает находиться в помещении, они не воспроизводят запахи, и можно находиться в помещении на протяжении всего времени, пока они сохнут. Наталья Житкова недавно сделала ремонт, выбрала именно жидкие обои, потому что они отлично скрывают неровности стен. А главное, если кот захочет поточить об них свои когти, дефект будет легко исправить. Достаточно нанести новую порцию жидких обоев на испорченное место. Простые обои здесь постоянно отваливались, пузырились, то есть было очень ужасно. А сейчас, то есть мы узнали о преимуществах жидких обоев, то что они выравнивают стены, а сами по себе очень красивые. Шумоизоляция у них вообще замечательная. То есть вот поэтому мы их выбрали. Жидкие обои универсальны. Их можно использовать в отделке любого помещения, будь то офис, гостиная, кухня или детская. Они сделают дом стильным и уютным одновременно. А богатая палитра оттенков позволит осуществить самые смелые мечты. В этой квартире обошлись без помощи дизайнера. А все потому, что с обоями Silk Plaster почувствовать себя профессионалом сможет каждый и создать по-настоящему уникальный интерьер. А главный результат будет радовать вас и ваших гостей долгие годы. А все потому, что жидкие обои – это долговечный и практичный материал. В Нижнем Новгороде официальный дилер жидких обоев Silk Plaster – компания «Дом Декор». Здесь вы найдете жидкие обои на любой вкус и кошелек. К примеру, серия «Оптима» обойдется вам всего в 330 рублей за пакет. Его хватит на 4 квадратных метра. Кроме жидких обоев, вы найдете все необходимое для вашего индивидуального интерьера. Большой выбор декоративной штукатурки и лепнины из полиуретана, а также интерьерный багет, фотообои, фрески, фотопечать, декоративная гибкая плитка и многое другое. Дом Декор, улица Фучика, дом 8, офис 14. На все вопросы вам ответят профессиональные консультанты по телефону 412-91-65. Информацию о скидках ищите на сайте domdecornn.ru.